Всем привет! Меня зовут Александр Ломакин, и я нахожусь в своей поездке в Desert Hot Springs, Калифорния. Desert – это пустыня, Hot Springs – это горячий источник. Desert Hot Springs – это горячий источник в пустыне. Выход на балкон. У меня здесь жара под 40 была. Там сзади у меня бассейны, сейчас я расскажу о них. Вот, один маленький бассейн. Там побольше бассейн. Этот бассейн выглядит как кипящий котел. Даже страшно в него ночью залезать. Надо будет днем попробовать. Так что это рай бассейнов. Всем пока.